Открывая заседание, Максим Шерманов особое внимание уделил обеспечению антитеррористической безопасности. Наша главная сейчас задача – это сверить часы, расставить правильные приоритеты и выбрать правильный вектор. И самое главное – это вопрос усиления бдительности на всех фронтах. Участники встречи рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече нового 2018 года и Рождества Христова, а также безопасности людей, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Мы сделали срез в части работы и поселений сельских и городских, и в части работы непосредственно городского поселения Одинцово. И на сегодняшний день у нас получается порядка 300 мероприятий. Только за эти новогодние рождественские праздники будут проведены на территории всего района. В настоящее время изданы нормативные правовые акты, которые регулируют порядок обеспечения пожарной безопасности, в том числе использование пиротехнических изделий. До 17 декабря 2017 года будут установлены специальные места применения салютов и фейерверков. Во время проведения праздничных мероприятий обеспечивать правопорядок и безопасность органы местного самоуправления будут в тесном взаимодействии с полицией и МЧС. Сейчас в более усиленном варианте проведем эту работу по зачистке территории, мест локального пребывания иностранных граждан, граждан, замышляющих, может быть, какие-то противоправные действия в период проведения мероприятий праздничных. Также участники заседания рассмотрели вопрос подготовки населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2017 году. Запланировано проведение рабочего совещания с приглашением представителей правоохранительных органов с выходом на место проведения праздничных мероприятий с целью определения мест установки мобильного ограждения и временных КПП. Начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона и директор ЕДДС Одинцовского района доложили информацию о функционировании мобильных пунктов обогрева в зимний период. Членами комиссии рассмотрен и одобрен план работы на 2018 год. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».